Привет всем! Вы даже не поверите, что это и какие целебные свойства имеет это растение. Сейчас я покажу, как у нас в Грузии готовят вкуснейшую пищу, деликатес в хали, и называется экала. Общее употребляемое название – сасапарин, смилакс, колючка, экала по-грузински. До того, как я покажу, как это растение приготавливают у нас, я коротко расскажу очень интересную информацию о целебных свойствах. А для тех, кто подробно хочет познакомиться с этим вопросом, ссылки оставлю ниже. Из древних перуанских хроник читаем. И многие, кто внутри имели повреждения внутренности, а тела прогнившие, выпивая напиток из этих корней, выздоравливали. Смилакс – род многолетних деревянистых лиан или лазающих, цепляющихся кустарников с извивающимися стреблями, покрытыми шипами. Травянистый кустарник, вырастающий в тропических вечно зеленых лесах Таиланда, в частности, в Восточной Индии, на полуострове Малакка, в Китае, Японии, на островах Тихого океана и даже в Западном Грузии. Я не знаю, как и когда это растение попало в Грузию, или из Грузии птицы перенесли в другие страны, но в Западном Грузии ее можно найти в каждом лесу. Веками применяется в восточной медицине и известен своим мощным возбуждающим действием. Причем действие это распространяется и на мужчин, и на женщин. Долгое время это растение считалось фальшивым, и лишь недавно была открыта механизм его действий. Сасапарил, экала, ускоряет выведение из организма токсинов, шлаков, продуктов жизнедеятельности клеток, а также всего, что может вызвать иммунный ответ организма. В многих странах препараты растения используют для борьбы с инфекциями и для улучшения потенции. Тут целый арсенал витаминов, профилактических и стимулирующих веществ. Короче, долго об этом рассказывать. И как я обещал, для тех, кто подробно интересуется, ссылки на эту информацию оставлю ниже. Теперь смотрим, как экала добывается в лесах и как из нее делается мхали. В пищу идет молодые красные побеги и собирают ее в основном весной от апреля до июня. Многие ее консервируют на зиму. Лучше ее употреблять вместе с кукурузными лепешками и не забываем аджику. Зеленый эмали сами то, что подходит. Рецепт для приготовления очень прост. Варим побеги экали примерно 30 минут. Растираем с греческими орехами. Далее кинза, зелень омбало. Все мелко нарублено. Потом винный уксус. Чуть чеснок тоже можно добавить. Смотрим все в этом видео. Thank you.
Ну, это не так. 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 Ну, это не так.